Мы продолжаем, братья и сестры, продолжаем тему нашу «История христианства и церковь, и Израиль, христианство и еврейский народ». В общем-то, взаимоотношения, теория замещения. Буду тоже сегодня говорить немного об этом, наверное, об истории антисемитизма. Многие факты мы с вами узнали уже. Уже 2 дня прошло, уже 3-й день у нас с вами. И многое мы с вами уже узнали. Так вот, мы с вами узнали в самом начале еще, что через цезарепапизм, да, церковь попала в рабскую зависимость государству, многие проблемы пришли. Среди них, конечно же, антисемитизм. Антисемитизм был политикой государства, и он становился политикой церкви. Потому что церковь официальная, государственная, православно-католическая стала как бы идеологом государственным, работником идеологическим. Поэтому как бы проблемы государственные, они стали проблемами церкви. И знаете ли, вот хочу начать сегодня со слов Александра Веденского из его проповеди, называется «Церковь и революция», 22-го года еще выступление его. Он говорил так: «Мы видим, как подошли к церкви Господне льстивые, как подошли к церкви Господне лукавые, как подошли к церкви Иисусовой, не любившие ее, а только сказавшие „люблю тебя“. Или, как прекрасно заметил один учитель христианский, за церковью Господней стали ухаживать не ради ее красоты, а ради ее приданого. Церковь стала такой огромной силой, что из политических соображений стала в высокой степени важным для византийских императоров видеть в церкви не некоторую, хотя бы и священную оппозицию, но свою сначала союзницу, а потом пленницу. Оковала государство церковь, и на белоснежные одежды невесты Господней, смотрите внимательно, накладываются кандалы и цепи. К церкви Господней подходят все эти византийские, лангобардские, франкские монархи. Они приносят добычу, золото и серебро, и те драгоценности, что в неправедных боях добывали силы воинской. Они приносят ее как дар, они золотят ее купола, они драгоценностями расцвечивают ее стены, они дают ей бесконечное количество земель и рабов, но... Посмотрите, разве ты не видишь, когда какой-то льстивый император целует благоговейными поцелуем руку невесты Господней, он в то же время накладывает на нее кандалы и цепи, пусть золотые. Церковь попадает в плен государства, церковь держится скованной в клетке. Да, та клетка огромная, она такая большая, что может показаться, что ее нет. Да, кандалы, ковы и цепи уже не железные, не стальные, чтобы сразу не было видно их безобразия. Они, может быть, подобны тонкой золотой паутинной ниточке, но она металлическая и держит крепко. И попала птица Господня в руки человеческие, и не могла она уже больше взлетать орлиными крыльями своими, и не могла парить она больше над миром и возвещать миру правду». Вот такая цитата из выступления Александра Веденского, одного из как раз столпов обновленческой церкви православной, потому что как раз... Вот 100 лет назад, зарождаясь обновленчество, 90 лет назад, 80 лет назад, обновленчество как раз именно ратовало за церковь независимую от государства, вот на позициях Иисуса, кесарю кесарево, а Богу Божье, чтобы именно вот таким образом церковь влияла на этот мир. Не мир по своему образу подобию, что переделывал церковь, а чтобы церковь влияла Господней силой такой, знаете ли, на мир и возвещала миру правду, как говорил Веденский. Друзья мои, вот проблема антисемитизма, это проблема как раз такая политическая больше. Я снова вспомню сегодня того религиозного лидера христианского, деятеля Иоанна Златоустова, который жил в конце 4-го столетия, который как раз с именем которого связывают как раз появление теологии замещения, теологии как раз именно такой инквизиторской теологии даже. Так вот, Златоуст Иоанн, этот личность очень такая трагичная. С одной стороны, он великий проповедник и служитель такой, сделавший карьеру в церкви. Он стал патриархом вселенским, патриархом константинопольским. А с другой стороны, став как раз такой первой величиной в церкви, он стал провозглашать очень страшные учения. Вот, допустим, цитаты из его таких вот сочинений о евреях. В общем-то, человек был на самом деле просто одержим, видимо, вот этими бесами антисемитизма.
Он сказал так в одной из своих, значит, проповедей: иудеи сделались псами, а мы чадами. Помните, вот чада и псы, он говорит, а теперь наоборот. Конечно, иудеи скажут, что и они поклоняются Богу, но этого сказать нельзя. Никто из иудеев не поклоняется Богу. И дальше. Там, ну вот еще одна цитата. Есть их много, этих цитат. В синагоге живут и демоны не только на этом месте, но в самих душах иудеев. Демоны живут в душах и нынешние, еще люди прежних. Похотливостью не произошли ли они самых похотливых животных и прочее, прочее. Здесь вот такой набор, знаете ли, вот просто вот этих оскорблений и прочее, прочее, прочее. Вы знаете ли, толпа не просто слушала вот, это, вот эти проповеди подобные, там дальше там большой список этих цитат, они брали на вооружение себе это, потому что его паства совершала первые вот эти вот убийства, эти еврейские погромы. Знаете ли, чего, как говорится, греха таить, если как раз в конце 4-го столетия, начало 5-го столетия, как раз вот эти первые погромы, они и состоялись. Вот, то есть, получается, проповеди, да, они разжигали, эти проповеди, разжигали вот такую нетерпимость, разжигали именно вражду и разжигали антисемитизм. Конечно, такие проповеди были по сердцу императорской власти, по сердцу императора. Они нравились. Светские правители, допустим, они, по сути, используя вот эти вот всевозможные погромы даже, просто-напросто грабили евреев. И зависть здесь смешалась, и все-все на свете вообще. Но хотя проблема антисемитизма – это такая духовная проблема больше, я бы сказал, чем даже идеологическая проблема. Хотя вот современный антисемитизм православный – это чаще всего вот именно невежество даже, элементарное невежество. Потому что даже Бердяев об этом писал, кстати, что наш антисемитизм – это невежество. Потому как человек, допустим, изучающий Писание, читающий Библию, да, ему очень сложно остаться антисемитом. Чем больше он изучает Писание, тем меньше у него шансов остаться антисемитом. Это закономерно. Он может остаться антисемитом, конечно, может. Я знаю таких христиан, которые Библию читают, остаются антисемитами. Но это бывает, ну, по разным причинам, конечно. Но в целом человек библейски грамотный, евангельски мыслящий тем более, он не может оставаться антисемитом. Просто-напросто, кем бы он ни был по национальности, если он историю читает Авраама, Исаака, Якова, патриархов, он читает не о чужих уже людях для себя, будь он даже там, допустим, чукчи или ненец где-то там на севере, знаете ли, или африканец где-то там в пустыне, он читает уже о своих родных ему по вере, по духу людях, и Авраам уже ему отец по вере, знаете ли, и я скажу, что многим священникам, вот вчерашним моим коллегам порой, к сожалению, многие из них антисемиты, такие, притом довольно-таки рьяные, и вот некоторым из них я так и говорил, что, знаете ли, говорю, братья, если бы даже, говорю, в еврейском народе не было бы ни одного порядочного человека за всю историю, вообще ни одного порядочного человека, все были бы негодные и непутевые люди. Но кроме одного Иисуса Христа, даже ради одного Иисуса Христа я бы любил и уважал весь народ бы. Даже ради одного Иисуса Христа. Но мы можем вспомнить и его матерь, его апостолов, пророков. Мы можем вспомнить много-много достойных людей. Мы можем сегодня видеть много достойных людей. А негодяев можно найти в любом народе вообще. Можно найти всевозможных там заговорщиков, масонов в любом народе, в любой нации. Мы сможем найти с вами аферистов всевозможных там в любом народе. Правда, кто как преуспевает, смотря, но, в общем-то, нельзя смотреть вот на эти вот частности, да, и не видеть вот на самом деле, ну, большого такого Божьего замысла, Бога, который от одной крови, как Павел сказал, да, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена и пределы обитанию. И не найдут ли его? Бог дал в сердце, что ли, в дух каждого народа вот эту жажду, поиск по Богу, знаете ли. И даже можно сказать так, что в природе, вообще на планете всей, не найти народа-атеиста. Нет такого народа просто-напросто. Его хотели искусственно создавать и создавали 70 лет. Знаете ли, как нам говорили раньше, значит, в школах, что советский народ – это новая общественная формация. Там какой прежней не было в истории. Это новая общественная формация, создаваемая искусственно. Это селекционно
очень страшно создавалось путем массового такого геноцида, убийства десятков миллионов людей, знаете ли, целых классов общества уничтожения. Лишь для того это все было положено жертва, чтобы создать новый народ, которого не было никогда в истории человечества. Новый народ атеист, народ, который никогда бы не знал Бога, народ, который даже слово «Бог» бы забыл. Помните Сталина, который утверждал, православный человек, выросший в православной семье, закончивший школу православную, потом училище, потом семинарию, и еще немного, без пяти минут батюшка был бы уже. Этот почти что священник православный, знаете ли, еще немного ходил бы на приходе где-нибудь там под Тбилиси бы и покойников печатал бы. И этот человек пытался доказать, что Бога нет вообще и не надо. И безбожная пятилетка имела, не одна, а две даже пятилетки безбожные, имели целью именно, что слово «Бог» будет забыто на всей территории СССР. И больше того, вожди революции, и Ленин, и потом и Сталин, и Троцкий, и многие другие лидеры революции утверждали, что вот этот дьявольский эксперимент под названием СССР – это лишь начало вообще. Начало мирового пожара, мировой революции. И, в общем-то, планы коммунистов были однозначны. Не создание заповедника такого и в этом загоне такого народа атеиста, а создание планетарного такого, знаете ли, ужаса, планетарного атеизма, повсеместного. Но, опять-таки, это искусственные вот эти меры. Знаете ли, десятки миллионов просто невинных жертв вот этой идеологии коммунистической. Знаете ли, все это коту под хвост. Как только свобода немного лишь забрежила, как только немного что-то повеяло свободой, и опять люди-то все равно, пусть там превратно, пусть как, но к Богу-то потянулись, знаете ли. Ищет человек, душа ищет Бога. И потому что Бог создал нас. И по образу подобию своему. Мы не от обезьяны. Слава Богу, что наша мама там, Ева, там не была шимпанзе там, или мартышка какая. Ну вот, и папа не был там орангутангом каким-то. Слава Богу, что были люди, созданы Богом. И, конечно, если Бога нет, то, как писал еще Достоевский, то все можно. Если Бога нет, то это совершенно зловеще так, абсолютно. И ужас вот и политический, и... экономические и прочее. Да, друзья мои, кстати, тот же Достоевский, интересно очень заметить, в конце своей жизни, последний год, он писал очень интересные такие статьи. И вот одна из его заметок о русском народе, о душе народа русского, он писал, что русский народ по природе своей атеист. Вот интересно, он исследовал историю вот, мировую и нашел, что по природе все-таки русский человек, он атеист. И он сказал даже пророчески, что если когда-нибудь атеизм, он и будет угрозу представлять для значит, мира, то он придет именно из русского народа. То есть как бы призрак революции, призрак коммунизма, он бродил по Европе, знаете ли, но он не нашел там пристанища. Я думаю, он нашел бы там все-таки, если бы не реформация там, когда-то вот 16-го столетия, если бы не вот эти движения. Знаете ли, наверняка этот дух нашел бы себе там пристанище. Ему нужно место безводное, бесплодное такое, знаете ли. И самая религия делала ужасную работу. Я могу потом прочесть еще даже вам отца Александра Борисова, московского протоиерея, книга «Побелевшие нивы» или же «Размышления о русской православной церкви». И он пишет, что мы как церковь, по сути, подготовили дорогу для большевиков, для коммунизма и создали Советский Союз. Именно православная церковь на протяжении своей тысячелетней истории в России создавала платформу для атеистической очень сильной пропаганды и платформу для коммунизма. Большевики лишь они взяли как бы уже готовую модель и довели ее до безумия. Я, в общем-то, собираюсь в последний день, наверное, в пятницу, уже вам кое-что рассказывать из истории христианства, наверное, более вот, современной нам, ближайшей к нам, но очень назидательной. Хотя, наверное, раз у нас такая неделя учебная, интересная получилась, понемногу от всего. Так что можно даже и сегодня упомянуть будет об этих событиях. Но предлагаю снова вглубь столетий нырнуть и оказаться снова в четвертом далеком столетии, в конце четвертого столетия. Мы запомним, пожалуйста, запомним Иоанна Златоустова,
значит, одного из пионеров именно теологии замещения, теологии антисемитизма. Помните ли, я упоминал уже на тех занятиях, на чем как бы этот лжеучитель, он базировал свое лжеучение. На чем? На ложном таком пророчестве, на ложном понимании, что якобы Израиль никогда больше не соберется, что якобы евреи никогда больше не будут иметь своей отчизны, что никогда больше государство не возникнет еврейское. Но это было похоже на правду. В это верили многие поколения тысячи лет, значит, верили христиане в это, значит, в эту веру. Но слава Богу, что уже после реформации 16-го столетия появлялись такие христиане евангельские, которых можно назвать ранними сионистами, которые еще даже до начала еврейского сионизма, вот такого традиционного светского сионизма, уже верили в то, что Израиль будет собираться и государство израильское будет восстановлено. Это было еще в 18-м столетии, да, в 17-м, 18-м столетиях. Я был в Германии в одной церкви моравских братьев. Значит, это на юге Германии, или как юга, получается, восток Германии, там, где Чехия, как раз на границе с Чехией. И вы знаете ли, в этой церкви, большая церковь, тысячная церковь, одна из древнейших церквей моравских, так там еще в 17 столетии было пророчество, значит, что государство будет восстановлено, что евреи снова соберутся и что Иерусалим будет отстроен именно евреями. И в это тогда вообще мало кто верил, мог поверить вообще. Но христиане вот там, моравские верующие, в 18 столетии, допустим, они в это верили очень сильно. И проповедуя по всему миру, потому что церкви моравские были миссионерские церкви и в Америке, и в других странах мира, то они, вот это понимание, они сеяли там, где не сеяли Слово Божье. Знаете ли, параллельно они говорили и об этом. Это казалось утопией в далеком 18 столетии. Но в 19 столетии уже среди еврейства и даже нерелигиозного еврейства стали пробуждаться те, кто подумали, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Почему нам стоять в стороне от этих процессов? Ведь вполне возможно нам снова вернуться на свою землю. Долго ли мы, да, мы странствовали, но пришло время вернуться в отчизну. Знаете ли, и скажу, что это чудо, вот это чудо, которое произошло в 1948 году, оно перекрыло, оно просто-напросто спутало карты всех вот этих религиозных антисемитов, всего христианского антисемитизма спутало все карты. И, в общем-то, я считаю, выбило платформу из-под теории замещения, потому что именно на этом понимании строилось все остальное здание. Но вот видите, миф до сих пор этот, значит, существует. А теория замещения, которая вот начиная с эпохи Иоанна Златоуста и Василия Великого, она стала распространяться по христианской церкви, по христианским церквям и на Западе, и на Востоке. Вам уже, наверное, рассказывали об этой теории, да, теория замещения. По-разному ее можно освещать, эту теорию, но вкратце ее можно так описать. Вот что Бог, я так как ее понимал раньше, допустим, как в принципе... Специально этому не учили, я не помню, я мало посещал таких лекций, значит, именно вот что касается вот этого вопроса, но некоторые я застал, но там не было таких специальных, там, допустим, учений, вот именно что вот замещение, что вот именно есть такая теория, даже такого слова я не знал тогда, это более позже я вот как бы узнал, что есть такая теория замещения называется. А говорилось лишь о том, что вот Бог любил раньше свой еврейский народ, а потом взял и разлюбил. Да, любил, любил, любил. Говорил, люблю, все, там, значит, там, как Иеремия там говорил, пророчествовал, вот если небо может быть, если это наверху, основание земли внизу, то я разлюблю все племя Израилева там, за все то, что они сделали против меня, там, значит, там и прочее, прочее, прочее. Тем более, это же как раз написано в той же самой главе, где говорится и о новом договоре, да, о новом завете. Интересно. И вот Бог любил, 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 клялся, божился, что люблю и прочее, верности, а потом, значит, взял и разлюбил. Однажды разлюбил, развод, как говорится, идите в форточку, все. Развод. А теперь он полюбил другую церковь православную, я так понимал раньше. Ну и, конечно же, многие христианские церкви, они считают, что вот именно их церковь возлюбил. Значит, их деноминацию, или вообще в целом христианство, по большому счету, возлюбил, значит, Бог. А еврейский народ взял и разлюбил теперь. И теперь уже, как бы уже вот, все, прежний договор аннулирован, теперь новый. Вот, в принципе, вот я так и понимал. Думаю, надо же, ну, наверное, да, наверное, так оно и есть. Тем более, что
наверное, христианам, выросшим вот в бывшем Советском Союзе, безбожном этом, то, наверное, даже было проще, чем вот это, принять эту теорию, потому что как бы нас учили такому как бы интернационализму, поэтому как бы здесь было понятнее, ну и более убедительно, что ли, было так вот. И знаете ли что? А потом я подумал так: стоп, если Бог, я об этом даже, кстати, говорил и в своей церкви, и в других церквях уже не раз, если Бог разлюбил свой еврейский народ и полюбил другую, хорошо, да, полюбил, значит, церковь, хорошо. А теперь все то доброе, что написано в Библии о еврейском народе, все это относится теперь к церкви. А все то злое, что написано о еврейском народе, остается все евреям. А, хорошо, разобрались, все прекрасно. Интересно, но если Бог однажды оказался неправ, однажды солгал, однажды обманул, однажды нарушил договор, разорвал договор и разлюбил, и пережил развод, знаете ли, и все, у него новая семья теперь, новые дети, значит, вообще он там ни алиментов даже не платит, вообще, значит, абсолютно, значит, то есть вообще будем так говорить, сторониться евреев, потому что в теологии тоже православной, допустим, никак не может Бог быть среди евреев вообще, значит, там абсолютно. А чтобы быть православным, еврею нужно отречься от своего православия вообще, от своего еврейства вообще. Ну, хорошо. А где гарантия, что сегодня Бог не передумает и в отношении, допустим, неевреев? И скажет: о, простите, все, между нами все кончено. А Бог, а как же договорил? Ну, мало ли что говорил. Все. Даже психологи говорят, да, что если человек пережил однажды развод уже, да, и пытается, значит, построить, значит, развелся и опять женился, то, ну, больше вероятно, что он и в этот раз, значит, изменит и нарушит договор. Вот, но дары Божьи и призвания непреложны. Вот почему Бог против развода, вот почему Бог против, значит, этих вещей. И даже, знаете ли, даже то же самое многобожие, допустим, да, какие-то вот эти вот, сравнивает этот грех с супружеской неверностью. Недаром это с прелюбодеянием, да? Это очень такое, ну, близкое сравнение. Тем более, что, допустим, многобожие почему еще является таким грехом? Потому что человек открывает самое интимное внутри себя для кого-то другого, помимо Бога, да? Свое сердце, свою душу, он молится. Когда человек молится, он открывает самое внутреннее, самое сокровенное в себе. И Бог-то знает, создав нас, Он знает, что если мы будем вот это вот внутрь себя помещать не Его, а будем открыты для кого-то еще и будем молиться кому-то еще, то мы просто-напросто деградируем и уничтожимся. А если будем к Нему обращаться, то будем живы. Слава Иисусу Христу, слава Господу Богу. Да, друзья мои, и еще. Из той далекой эпохи запишем еще Василия Великого, который, в принципе, тоже, как Иоанн Златоуст, заложил основу тоже для такого религиозного антисемитизма. И, к сожалению, Василий Великий, вот он как бы продолжил тему Златоуста Иоанна, это современник его. И его знакомый, его товарищ, можно сказать так. И он продолжил тему Иоанна Златоустова. И что же он привнес такого в церковь? Значит, заложил основу для лжеучения о равенстве священного писания и преданий. Знаете ли, почему такая теория родилась у него? О равенстве предания и писания. Писание и предание. Почему ему, видимо, в голову пришла эта идея, эта теория? Потому что, если брать чисто писание, да, то очень сложно... Ну, можно, но очень сложно обосновывать такие теории антисемитские. Приходится совсем уж из контекста прямо вырвать все, значит, и рассчитывать на то, что слушатель не удосужится проверить по Писанию, так ли это, и вообще, как это сказано в самом Писании, в самой Библии. То есть нужно давить авторитетом, и чтобы человек доверился просто твоему слову. Но элементарная проверка по Библии, она просто вот такой религиозный аферизм выводит на чистую воду. И поэтому требовалось, я так понимаю, вот Василий Великий не сделал бы это, сделал бы какой-то там Петр Великий там, или прочее, я не знаю. То есть кто-то бы сделал это, рано или поздно такую теорию. О равенстве писаний и предания. Потому что многие вещи, в том числе антисемитизм, необходимо было обосновать более как бы так вот чем-то веским. И родились предания.
родились всевозможные предания. Василий Великий написал однажды так. Кстати, его послания некоторые называются каноничными посланиями, каноническими посланиями. То есть они считаются богодухновенными в православной церкви и считаются аксиомой. Без всякого доказательства уже именно принимаемыми. В этом, наверное, отличие. В протестантском мире, допустим, есть тоже разные писатели, разные есть книги. И некоторым из, допустим, писателей протестантские церкви тоже относятся очень так вот, ну, с большим почтением. Но никогда ни одна из церквей протестантских не объявляет своих любимых авторов, допустим, послания каноническими посланиями. Исключение являют только лишь секты некоторые, допустим, мормоны, допустим, да, вот, значит, святые последних дней они себя называют. У них есть, по сути, как чуть не каноническая книга, книга мормона. И я разговаривал с людьми, которые были в этой секте раньше, значит, и которые вышли из нее. Они утверждают, что все эти годы, что они были там, они изучали Библию очень мало, а в основном эту книгу мормона. То есть у них приоритет именно вот этой книги над Писанием. Как бы это у них вот, ну, свой такой... свой мир создан такой. Хорошо, и вот из послания канонического, значит, написано к блаженному Амфилохию, 92 параграф его послания к Амфилохию о Святом Духе. Так. Я выборочно читаю здесь. Здесь есть большой довольно-таки так фрагмент, значит, приводится. Так, еще славянский так оборот этот. Аще, ну, то есть, если, если древние догматы некоторым образом внушают благоговение, представляя в своей древности как бы в некой седине досточтенный вид. Так, сейчас. Я скажу по-русски, потому что здесь, к сожалению, без такого перевода сложно переводить сразу и искать этот текст. Значит, из послания к Амфилохию Василий Великий, 92 раздел или параграф его послания, говорит о том, что есть древние предания, которые то же самое, что и Писание. Они устные, потому что якобы они не для публики. Вот якобы, вот Василий Великий, в принципе, он, значит, взял вот эту теорию этих... гностиков, да, совершенно верно, гностиков, что якобы Иисус, он учил как бы тайным таким вещам устно, а вот то, что в Писании записано, это на публику, это для всех, как бы вот словесное молоко, а уже вот такая твердая пища, это то, что передано устно. И якобы, почему еще Иисус сделал так? Ну, якобы потому, что многие такие доктрины, тайные доктрины Христа, значит, они как бы, буквально по-блаватски прям, да, получается, они как бы не вмещались в разум современников и требовали постепенного там через несколько столетий раскрытия, и вот поэтому они устно передавались из уст в уста и как бы потом уже со временем обнародовались. Ну это все, ну, такая чепуха. На предание, вот на ссылку, вот на вот это послание Василия Великого, вот, в 91 параграфе, более точнее, здесь уже есть перевод, уже есть на русский язык. Из сохраненных в церкви догматов и учений, некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые приняли от апостольского предания, по преемству в тайне. И те, и другие имеют единую и ту же силу для благочестия. И прочее, прочее, там большой текст дальше идет. В общем-то, на тайные доктрины, такие Христа, значит, ссылаются и сегодня также. Допустим, когда говорят, вот, ну о чем можно сказать? Вот, допустим, о мощах те же самые, да, о использовании мощей. Иисус совершил вот эту тайную вечерю уже без останков каких-то там святых, там, допустим, да, без мощей там какого-то пророка там или не знаю. А сегодня, ну вот уже с незапамятных времен, с того самого там 5-го столетия, чуть ли не, значит, на мощах совершается в православии хлебопреломление, причастие, обязательно, без этого не совершается, я сегодня расскажу об этом более подробно попозже. Так вот, и говорится, а когда, допустим,
спрашивают люди и говорят, ну на чем основывается это вот учение? Это предание. Как бы Иисус, он передал, как бы вот, тайно так вот рассказал, значит, все это. И вот апостолы передали, сохранили все это. Или, допустим, рассказ о том, что вот икона, допустим, да, значит, мы скажем, допустим, евангельские мыслящие христиане, я сегодня также говорю, что этого нет в Писании, и это, значит, ну, противоречит Писанию, и этого не было в ранней церкви. А говорят, да, не было, это было тайно передано из уст в уста. Вот якобы Иисус, он рассказал это, да вот не было готово, не были готовы его современники как бы услышать этот голос, значит, его. И вот как бы со временем, когда уже были соответствующие условия, как бы эти тайные доктрины, как бы их как бы вот легализовали, открыли уже для народа. Ну, это полный бред, знаете ли, вообще. Допустим, то, что епископы должны быть безбрачными, то же самое, это тайная доктрина Христа, как бы, значит, все-таки он учил тайно именно этому. Хотя Павел написал, что епископ должен быть муж одной жены, но это как бы, значит, это мнение Павла, опять говорят, значит, это не мнение Бога, вот, а Христос все-таки учил безбрачию, значит, вот, и из всякого такого, из всякой вот, можно как бы, ну, выкрутиться, получается, да, получается так. И вот, значит, русский религиозный философ Василий Розанов об этих вот мощах использования повсеместно написал так как раз, вот, интересно. О чем вовсе не говорится в десяти заповедях, или говорится в другом смысле, или даже и вовсе отвергается, как, например, отвергается и запрещается почитание каких-либо то ни было изображений, копий, вещественных воспроизведений, кумиров. К разряду каковых, конечно, относятся чествуемые святые иконы православия. Равно святыни православия, среди которых на первом месте стоят, конечно, мощи, относятся к тем же кумирам. И эта форма их тщательнейшим образом предупреждена в Библии, как страшное богохульство через сокрытие Богом смерти и смертного тела Моисея, из которого евреи по весьма понятным основаниям могли бы вздумать сделать для себя мощи. Словом, православные поклонились как раз тому, чему поклонение особенно противно Богу и запрещено его словом, деревянным раскрашенным вещам и мертвым останкам. Само прикосновение к трупу, отцу отцов нечистоты, по глубокому разъяснению Талмуда, было таким нехорошим, грешным и противосвятым и противочистым делом, хотя бы то оно было совершалось в делах благочестивого погребания, что это раз и навсегда было безусловно запрещено всем священникам, а частный человек, прикоснувшись к мертвому телу, не мог весь этот день войти в себе в дом, приблизиться к своей чистой и святой семье. Напротив, православные именно на отце отцов нечистоты и воздвигают свои храмы, совершают свои молитвы, не веря ни единому слову Библии, смеясь над каждым ее словом. Василий Розанов в «Темных религиозных лучах» его произведение. Очень интересно, дальше там очень подробно, как бы на основании тоже истории Слова Божьего критикует Розанов вот поклонение останкам человеческим. Ну, это уже достаточно цитата такая большая. Так вот, и опять-таки, на чем основывается? На предании, на священном предании. И вчера я говорил, и позавчера, об идолопоклонстве, о проблеме идолопоклонства, и говорил о том, что, значит, поклонение мощам, использование мощей стало уже, ну, такое повсеместное, к сожалению, начиная с 5-го столетия. И вот до сих пор это в православии сохраняется. Кстати, это, наверное, очень даже уже история оккультизма в христианстве, даже очень похожа на историю оккультизма уже в историческом христианстве. Так вот, пример такой, иллюстрация. Когда вот Розанов здесь упоминает, на храмы строят на мощах, так в принципе и есть. Вот берутся останки человеческие, эти кости, и их в основании будущего храма вкладывают. То есть любой храм по вот, всей Руси, допустим, да, вот, православный, он построен на мощах. Это как бы капсула в основание вкладывается, храма любого. Потом, больше того, когда уже храм построен уже и пришло время его освящать, значит, то тогда, значит, ну, ставится престол. Если вы заходили в храм когда-нибудь православный, вы видели, наверное, да? Вот там есть алтарь такой, такой иконостас, отделяющий алтарь от, собственно, храма. И в алтаре, значит, стоит престол. Его не видно, но когда врата открываются, царские такие ворота центральные, да, в которые священники входят, выходят. Вот там мы видим такой престол. Метр, 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 или они по-разному бывают, разной величины эти престолы. Вернее, полтора, 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 так вот обычно там, или
я не помню уже эти размеры, куб или же больше размер такой, значит, прямоугольный такой, большой такой стол. Но смысл один тот же, они разные формы бывают, да, значит, но смысл один тот же, что снаружи они красивые, снаружи они одеваются в такие рубашки и одежды такие, значит, и чеканка дорогая, там облачение дорогое, допустим, но внутри всегда одно и то же, там кости, там человеческие останки, каких-то святых, допустим, там мучеников, там преподобных, там пророков, прочее, прочее, прочее. Я один раз только лишь был на освящении такого храма, ну, старый храм, который восстановили в 91-92 годах, я принимал участие там в восстановлении некоторых храмов в Рязанской епархии, в Рязанской области, передавались тогда, значит, эти храмы, с десяток примерно храмов, вот, мне довелось тогда вот заброшенных, бывших там овощехранилищ, там зернохранилищ какой-то там, или просто полуразрушенный храм, и там надо было все вычищать, выгребать, значит, делать хотя бы элементарно что-то там, ремонт какой-то, и начинать там служение. А порой даже еще там и все, еще ремонт шел, а уже служение мы уже проводили уже. Так вот, но один раз я принимал участие именно в освящении храма. И приглашали епископа, и вот приехал вначале диакон, значит, протодиакон собора, и он привез такой кейс с костями, мощами человеческими. Ну, я изучал пластическую анатомию, я понял, что там как бы сбор разных скелетов, потому что там как бы, ну, с трех, это минимум скелетов, значит, были кости, ну, судя там по костям характерным. И вот потом в престол сам мы вставляли такой гробик, сантиметров 30, наверное, и туда, значит, ложили эти косточки, заливали воском и закрывали крышкой этот гробик и ставили прямо посреди, на перекрестии таком. И твердо его там укрепляли. Вниз ложили, такую ямочку такую вырывали. И вот это якобы есть гарантия того, что Дух Святой, как бы, он сходит на церковь, сходит на хлебопреломление и вот... как бы освящение совершалось. Но сегодня я понимаю, что это откровенно культный обряд. Но опять-таки, на что ссылаются служители? На предание. Вот якобы это древнее предание, якобы Иисус тайно научил таким вещам нас. Но ни в коем разе Иисус этому не учил, это оккультизм. Давайте отдохнем, потом продолжим. Воскрес, воскрес, о, ес. Так вот, я остановился на использовании мощей в престолах, да? В престолах, значит, в традиционном православном служении. И это, конечно, так вот довольно-таки серьезная проблема. Потому что это реальный, настоящий оккультизм в христианской, как бы, под христианскими знаменами, как бы, да? И люди тем самым просто-напросто попадают в оккультную зависимость, не понимая о том, что это серьезная угроза для них. Наш обыватель обычно даже не понимает, что в церкви может что-то ему плохое предложить. И думает, что если это в церкви, это уже древнее, значит, это уже христианское и это хорошее. Но, к сожалению, много очень накопилось такого, что просто даже оккультного, откровенно оккультного. И вот как раз использование мощей – это пример, наглядный пример оккультизма в историческом христианстве. Кстати, католические церкви, вот новые католические церкви, которые строят, их уже строят без мощей. И больше того, в престолах у них нет мощей. То есть после Второго Ватиканского собора, после 1965 года уже, значит, решение собора, в престолах у них нет мощей. То есть вот я, допустим, проповедовал в костелах католических в 1965 году. В 67-м годах были вот эти решения, приняты католической церковью официальные. И с тех пор в церквях новых, в храмах, костелах, которые строились и строятся по всему миру, уже нет мощей для поклонения, там нет в престолах мощей. Хотя в старых костелах сохраняется, и, конечно же, значит, у католиков тоже эта проблема сохраняется в целом. Но вот я был сам и в Польше проповедовал в костелах, значит, в Варшаве, значит, там и в Украине, в польских костелах, и у них нет мощей, и мы просто проводили такое служение, такое очень такое, ну, как евангельское служение такое, близкое, понятное мне и всем людям там. Слава Богу. Мне очень понравилось это все, конечно. Тем более, я вообще приехал в Украину по приглашению католической церкви, в общем-то, в 97-м году. И
Один священник католический, римо-католический, отец Йозеф Гунчага, он, собственно, меня их сосватал приехать в Украину-то. И когда я приехал, я очень сильно порадовался тому, что именно как раз католические братья, значит, во многом, я познакомился с католиками-харизматиками, они были на таких позициях евангельских, они говорили о Христе, проповедовали, значит, в больницах, значит, там один из этих священников брал с собой гитару, мы шли, посещали людей, молились за них,